Анастасия. Мы продолжаем путешествовать по просторам моего гардероба. Расскажи, пожалуйста, что это за стиль и как ты его собрала? Это, во-первых, костюм, твидовый костюм. Я его увидела и сразу поняла, что буду собирать образ в стиле Old Money. И Old Money не терпит никакой вычурности, да, никаких страз. Да? Мы здесь у нас достаточно вот таких роскошных пуговиц. Мы нашли очень красивые серьги. Мне кажется, они даже винтаж, да, и они сюда очень хорошо подошли. Вот такую лаконичную обувь, да. Высокая обычная лодочка сюда не подходит на высоком каблуке. Нет, не подходит. Сюда подходят лоферы, сюда подходят туфли по типу Chanel, сюда подходят балеточки такие. Все очень аккуратненькое должно быть и выдержанное. Old Money – это стиль… Да, что это такое Old Money? Понятно, старые деньги. Что значит старые деньги? Это стиль молодежи, которая живет за счет Old Money, за счет богатых родителей. Да? Все у них такое выдержанное, качественное, дорогое, красивое. Мы крутые за счет наших родителей, типа того. Да, вот такой вот Old Money.